Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Чувак, что это у тебя там? Дай гляну. О! Ребята, я в шоке! Ебать! Ебать, они живые! Ребят, это бренд Романсон. Часы женские. Ух, ясно, вот это бебя. Ребятушечки, ребятки, давайте осмотрим, что же здесь будет интересного. Вот тут, что это? Фэшн Чоко? Что за фэшн Чоко, что это? Шоколадный. Это шоколад! Шоколадный лифчик, походу, реально. Покушать? Что тут покушать? Ой, какие булки. Это же каравай. Рот не разевай. О, шпаклевочка, смотрите. Родман. Штукатурка гипсовая, универсальная. Полмешка. И она даже не засохшая. Вот дома, если бы мне понадобилось, я бы забрал. А так у меня все есть. И в гараже такая тоже у меня стоит. Фигня какая-то. Нифига. Только колеса где? А, вот здесь два есть. Ну, в принципе, неплохо. Так они вообще на вид как целые. Ну, типа, нормальные ролики, реально. Колеса вставил и поехал. Такие на авито, наверное, за полторашку улетят со свистом. Даже без колес. А, вот, кстати, косяк у роликов, смотрите. Но я думаю, это не особо жестко, типа. Ну, за штукарик, за 1000 рублей, короче, я думаю, их купят, поэтому забираем. Опа, вещички. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Ух ты, какой галстук. Ля дьете. Да это с рынка какой-то шлак. Деду это не надо. Деду Гуччи Луи Виттон подавай. Так, так, так. О, ребята. Ребята, орбит. Леденцы, вот они. Арбузные. Офигеть. И бесплатно с помоечки. Вот это будет меня леденящий арбуз, да. О, и два тик-така в комплекте. О, еще и холст. Да ладно, офигенно. О, еще трусишки. Нюхательные. Дима, скажи мне, как эксперт, ты залутал помойку профессионально? Да, она разорвана. Ребятки, я тут вспомнил одно место, где можно подняться намного круче, чем на помойке. Намного круче. Правда, подняться по-своему. Виртуально. Я сейчас говорю о игре, которая один к одному отражает реальность. Это, ребят, NextRP. Бесплатная онлайн-игра с открытым миром и реальными российскими городами, в которых, ко всему прочему, воссозданы места из реальной жизни. Сюда даже Москву перенесли, с Кремлем и Красной площадью. А теперь самое интересное, как и в реальной жизни, тут куча вариантов подняться, не опасаясь за свою собственную жизнь. Другими словами, ты можешь дослужиться в полиции до генерала, гоняясь за плохими парнями, или можешь сам стать плохим парнем, вступив в одну из ОПГ и вместе с братками грабить инкассаторов. А на заработанные деньги можешь отгрохать виллу или купить себе суперкар. И это далеко не все возможности, ведь тачку можно прокачать как внешне, так и внутренне и принять участие в уличных гонках. Десятки тысяч игроков, стабильный онлайн, голосовой чат и море эмоций уже ждут тебя. Качай игру по ссылке в описании и начни новую виртуальную жизнь. Так что, ребятушечки, все ссылочки будут в описании. Залетайте и вступайте в этот мир открытого мира и диких развлечений. А я буду развлекаться на помоечке. Так, 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 посмотрим. Ой-ой-ой, это же интернетовский кабель в коробке, новый, ребятки. Вот, посмотрите, сколько. То есть можно купить обжимник для вот этих наконечников интернетовских и провести у меня дома дополнительный метраж кабеля. Обалдеть. И, в принципе, его можно продать на Авито по метру. То есть, типа, рублей 100 за метр или 50 рублей за метр. О-о-о-о. Это же игрушки маленькие, различные, смотрите, ребятушечки, это для вас.
О, помойка одевает опять. Толстовочка на замке. Подзаношенная, но для помоек, кстати, вообще идеальная вот на осень. Я, наверное, ее заберу. Смотрите, сзади даже какой-то мастеринг технологии написано. Сзади принт вообще достойный, я ее себе оставлю по-любому. Для помоек на осень. А ты что, ополовник нашел? И сковородочку, алюминий. На барахолку возьмем ополовник, а вообще можно было бы его использовать для самообороны. Если быдло, короче, к тебе докопается, бери ополовник и смело, ну, бей по черепушке. Без проблем. Я в этой помойке находил вот эти стикеры. Ой, какая грязная. Это же подставка, знаете, ребят, под фруктики. Ну а в этом случае это подставка под бытовые отходы. Красивенько, правда ли, Димочка? Хочешь? Опа, что тут? О, ребятки, это же женские колготки нюхательные. У нас по 20 рублей их покупают за штуку, берем. Вот еще колготочки. Это толстые. Не, пойдет, это вот. Тоже ему пойдет. О, ребятки, стрингеры, смотрите. Ой. С выделениями. Жесть. Дим. Шланг для полива, который рекламировали. Но он порванный. Это вот по телеку их показывали, ребята. Они популярны. Этот шланг популярнее, чем кто-то, кого не показывали по телевизору. Обалдеть, ребят, смотрите. Какой пледик топовый, полосатый, как зебра. Вот это деду надо, вот это я в гараж заберу. Это на пикник можно ходить с этим и на пледиком. Там сидеть, шашлычки жарить и кайфовать от халявы с помоечки. О, фитнес-бутылочка. Вот это деду надо. Это я всегда беру. Вынос из хаты? Оттуда вылетел телефон. Показалось. Не, показалось. Это вот туши всякие вылетели. Смотрите. Я сейчас превращусь в настоящего темноволосого мужчину. Ребятки, зря я так сделал. Как мне теперь руку вытирать-то, а? О, вилки, стаканчики. Это мне в гараж надо. О, смотрите, как помоечка чувствует. Такая, почувствовала, что у меня рука грязная. Такая, да на тебе, Владик, чуть-чуть водички. Помой ее, чё ты, не переживай. Ничего, да нет? Конкуренты обошли, ребят. Интересно. Ой, я полез. Ребят, смотрите, это же для автомобиля детская сидуха. Ну, она, видите, вся в плесени. Опа. Ой-ой-ой. 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 А, обалдеть. Стало спокойно, я знаю. Я знаю, это чувак. Я бы с удовольствием перекусил бы одним. Серьезно? Покушал бы? Не сильно. Тогда покушаем сейчас. Вот смотри, давай. Димочка, смотри. Вот тут печенюшки, вот это все. Целый комплект. Может, он просроченный на пару лет. И консервы. Что ему там будет? Консервы, это ж консервы. Уже есть опасно, потому что есть такая тема ботулотоксин. Вот, ребятки, видите, Дима образованный, а я, походу, нет. Забираю вот это вот пачечку. Вот это обалдеть! Это мега-мега-мега огромный. Недельный, короче. Недельный. О, ой. Сухое, горючее, сухое горючее я там. Вот, сухое горючее. Ребятки, это чтоб греть вот эти вот все тушенки. Тушеночка, на, познакомься с ней. Живая тушеночка, ребятки. Еще сухпай запечатанный. Соль, перец, сахар различные. Короче, я не первый раз в этой помойке нахожу сухпайки. Видимо, тут какой-то парень занимается продажей этих сухпайков, потому что их реально на Авито продают. Вот вообще, смотрите, тоже вот так вот он выглядит. Смотрите, срок годности до 23.04.20. То есть вот этот сухпай просроченный, но ничего страшного. Я это все заберу и потом уже буду дегустировать. А там, ребят, если я просрусь, то я вам покажу сторис в инстаграме, как я буду это делать. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы увидеть этот топовый контент, который уже буду я заслуживать, а не вы. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушечки. Ой, какой-то кокаин или что это? Ой-ой-ой-ой-ой. Чё?
Чувак, что это у тебя там? Дай гляну. Ой-ой-ой, ребята. Они упали, и у них, скорее всего, анкер заклинил. Ребят, смотрите. Интересно. Так, давайте узнаем, что за модель. 34-я гвардейская бригада. Это ВДВ. Это секретные списки могут быть, ребят, засекреченных. О, вот это вот деду надо кошелечек. Там кэшбэк могут быть. Да, кстати, классный кошелек. Смотрите, вот сюда деньги закидываются. Неплохой такой. Смотрите. Так, давайте узнаем, что это за бренд. И палета с рынка или оригинал. Бренд часов Яршн. Нау с автоподзаводом, но они заклинившие, походу, хз. Ремешок кожаный, вроде бы качество неплохое, но вот не знаю, на рынке их купили или где-то в магазине, в общем, непонятно, что за бренд, сколько они стоят. В них битое стекло, которое нужно менять. И если они дорогие, то нам получится заработать нормально. Бывает, часы по миллиону в помойку выкидывают. Но в нашем случае, я думаю, это паль какая-то с рынка, скорее всего. Ого, это что, еда, что ли? Обалдеть. Пельмешки. Цезарь, классические пельмени. Их, наверное, выкинули, потому что они растаяли. Они все слиплись и превратились в однородную массу. Вот еще котлетки какие-то. Вот здесь еще бобы. Ой, у Димы тут магазин игрушек. Фонаричек мне вот там был. Вот этот, да, покажи. Нифига себе, диодовый такой. Неплохой. Из Икеи, что ли? Таких часов, это не настоящие часы. Не настоящие часы, ребят. Но это, короче, просто детские, чтобы они типа привыкали к часам, понимали, что такое вообще часы. А, нет, но они должны-то работать. Не знаю. Похоже. О, там кейс от AirPods. Да не, вроде не Арик. Давай, давай, давай. Дай сюда. Это Китай дешевый. Ой, да, это дешевка, подделка, ребят, не оригинальная. Лежал. Я понял. Ну, фонарик классный. И часики, в принципе, одна можно взять. Ой-ой-ой, бижутерка. Вау. Так, ну, в общем, здесь есть вот такая Hot Wheels машинка. Ну, и, в принципе, кэшбэк есть. Вот, смотрите. Два рубчика с помоечки. Вот такие вот очочки. Обалдеть! Ребята, это же скейт. Смотрите, шершавенький вот здесь. Смотрите, какие тут эти инопланетяне. Кстати, так, колеса крутятся. А че его выкинули-то? Ну, вот это смазать надо. Ой, ребят, ну... Ой! Ездить на скейте я совершенно не умею, но помоечка дарит транспорт, ребятки, это факт, поэтому надо забирать, офигеть. Продать его получится за 1000 рублей точно на Авито. Ну, видно, что он бюджетный, а может и нет, ребят, я не разбираюсь в скейтбордах. А еще Дима там нашел какую-то коробку, а тут чайник. Ну, типа классическая находка, Витек. И плюс он с косяками, смотрите, весь разваливается. В общем, из него я заберу только провод на медь и все. О! Нифига. Ребят, слушайте, вот эта тема мне... Мне вот эта тема очень сильно пригодится в гараже. Буду складывать туда отвертки, плоскогубцы и различную фигню. В общем, забираю в гараже, деду надо. О, какая-то вещь. Куртка, что ли? А ну-ка. Ребятки, это же шубка, помоечка ошубляет. Смотрите. Я не пойму. Она целая или нет? Нет, она порвана. Смотрите, ну, к сожалению, она, короче, вроде бы как натуральная. И сделана как будто из какой-то собаки. Ну, хз. Дима, померяешь? Но брать ее точно не буду, ее никто не купит. Дим, примерей-ка шубку, как тебе будет смотреться? Нифига себе, ты как охотник. Ты охотник на птиц. Angry Birds-ный. О, кошачий домик. Ребятушечки, посмотрите, какой дом. Тут даже игрушки есть. Нифига себе, смотрите. В Финляндии, короче, покупались, походу. Кошачий дом. Слушайте, интересно. Может, для своей кошки взять? А чё, прикольно, ребят. Я вот эти игрушки и домик заберу своей кошке. Порадую ее разнообразием. У нее своего домика еще нет, кстати. Помойка дарит дом для моих домашних животных. Ребят, смотрите, что Дима нашел. Мы это покупали в гараж. Это сетки на вентиляцию металлические. Забираю. Удалить надо. Залезу, буду. А что это у тебя тут там нога? Надувной матрас? Подожди. Может, он топовый? Ух ты, слышишь? Надувной матрас-то так-то неплохой, на нем купаться можно. Ребят, для озера я его забираю. Буду на озере плавать. У меня уже один матрас есть, а теперь будет целых два. То есть для меня и друзей. Опа. Чего там? Сейчас зовут
залутаю. Он тяжелый. Дай-ка я лучше. Дай дед залутает. Деду нужней. Что-то, короче, вот здесь тяжелое. Яндекс-станция. Блин, тяжелая коробка. А тут еще одна коробка. Нифига себе. Смотрите, какой пауэрбанк. Скорее всего, рабочий, Димон. Тебе нужен пауэрбанк? На 2 USB-шки. 5 вольт, 1 ампер. А здесь вторая USB-шка. 5 вольт, 2 ампера. Смотрите, ребят. Вот в этой коробке какая-то тряпочка. Обалдеть, новая. Вот эту тряпку я заберу, буду телефон ей протирать. Ой, какая-то бутылка. Это что-то дорогое, алкогольное. Но она пустая, но бутылка очень красивая. О, смотрите, ребят, что я обнаружил. В этой коробке новый HDMI кабель от этой Яндекс-станции. Кто-то забыл. Обалдеть. Ну, неплохо. Что там, Дим, у тебя? О, латунь. Латунь, ребятки, латунь. Это цветной металлолом, краники. Да это можно даже и продать. Вот какие-то эти болты там, это алюминий. Это мне для скутера деду надо, пригодится. О, ребят, какие-то уголки. Уголки, это я полку сделаю в гараже. Вот, вот, вот что. Ой, вот что надо мне. Уголочки. Пусть и бушные, но, блин, они целые. Ну, вот этот кривой, это выкину. Так, вот еще, смотрите, новое. Это крепление для трубы из Петровича. Короче, ревзия, как будто строительный магаз сходил. Ребят, я полез. Паркур, паркур. Новое движение будет самовыражение. Молодежное движение среди самовыражений. Ой, ребят, смотрите, кожанка топовая. Вообще целая, рукава целые. Дим, забери кожанку аккуратно. Ой, памперс. Не сытный даже. Он новый. О, это шланг. Он новый для стиральной машины. Посмотрите на качество сеточки. Ну, то есть видно, никакой накипи, никаких алюминиев. Там ничего нету, это целое все. Забираю. Видимо, я залез в эту помойку, чтобы найти эту коробку, ребятки. Всех прошедшим снова Новым годом. Опа, фоторамки, что ли? Смотрите, инструкция от Филипса к фото. Что это? А, ну это какие-то документы. О! Вот и она. А вот и фоторамка. Ребят, вот Филипс, это от нее. Краткое руководство, ребят. Вот фоторамка, а это... А, это сменные панели, короче. Ее можно кастомизировать и прокачивать. То есть можно разные цвета вставлять. Слушайте, интересно, а в ней есть батарея встроенная? Так, я ее включил. Так, смотрите, флешки можно разные вставлять, питание. Да не, батареи в ней нет, наверное. Ой! Ребят, не зря залез в этот бак. Блок питания от нее. Вот подставка, нифига она железная. То есть фоторамка топовая. Ребят, положу ее в сюрприз-бокс, ищите там. Для заказа пишите в группу. Нифига себе! Она, наверное, дорого стоит. Накладные реснички. Это в женский сюрприз-бокс положу. Я как чувствовал, ребят. Тут еще коробка. Ребята, я в шоке. Это коробки. Кто-то в магазине Sunlight работает. Пустая коробка. Я сейчас все буду проверять. Тут пакеты, ребят, есть новые. Кто-то в магазине Sunlight работает. Вот это тяжелое. Ой, смотрите, тут коробочка. Это вот для украшений, ребят. Ребят, тяжелая коробка. Sunlight написано. Ух ты, стоп. Ребят, оно что, запакованное? Тут еще до хера этих коробок. Мешочки там внутри. Может, там есть украшения? Не, украшений нет, но мешочки классные. Мешочки деду надо. Я буду в эти коробки, короче, в женские сюрприз-боксы с помоечки класть какие-нибудь колечки. Так что, девушки, имейте в виду. В общем, помоечка чуть-чуть обломала. Ни серебра, ни золота, ничего в этих коробках не нашел. Но вот фоторамка, вот это топовая находка, серьезно. Ой, я родился. Че выкинул-то? Это мои кошки. А где коробка? Он забрал? Ребят, я в шоке. Смотрю, короче, игрушки эти в баке были. Тут дворник приходил макулатуру собирать. И смотрю, дома для моей кошки нет. Он его на макулатуру отобрал у меня. Капец, это обидно, серьезно. Моя кошка осталась без дома из-за дворника. Это ты штребуешь? Нет. Я знаю, это ты. Да? Да, я
Смотришь? А где смотришь? В ТикТоке, что ли? Не, на Ютубе. А, и как? Ну не вздумай за мной повторять, серьезно. Это очень опасно, хорошо? И вы, ребят, тоже не вздумайте повторять за мной. И он отправляет. Чё? Ебать! Ёшкин кулак. Ебать, они живые. Покажи их, а чё, с ними все хорошо, маленькие. Так жалко. Мосенькие. Мосенькие, какие классные. Слушай, их надо к нам домой забрать и уже раздать бесплатно. Ну, да. Их нельзя вот так вот оставлять ещё. Вот, ребят, смотрите, котейки уже дома. И они, оказывается, приучены к лотку. Они терпели, в коробке там сидели. И в итоге, когда их в лоток я принес, они сразу пописали. В общем, очень милые. Кстати, вот этот круг тоже с помоечки детский. И вот этот Royal Canin корм тоже с помоечки. Еще и для котят. В общем, двоих котят уже забирают завтра. Мы их выставили на Авито даром. И один только останется. Но, скорее всего, когда вы увидите это видео, котеек уже не будет. Ну вот, помоечка спасает жизни и дарит котейкам новых хозяев. А дерутся они, кстати, не на жизнь, а на смерть. Я на стриме сказал, что, скорее всего, это все пацаны. И так и есть. Это три пацанчика, ребятки. Смотрите, какие милые. Чё? Это твой размер? Обалдеть, ребят, какие они огромные. 49,5? Это у тебя 48. У меня 46. У Димы даже 46. А это кроссы 49,5 размера. Да это только под заказ. Их получится продать очень дорого. Вроде бы это Арик. Это оригинал. Никому бы не было выгодно их поделать, потому что это огромные размеры, не популярный. Ребят, я в шоке. Смотрите на состояние и на их размер. Я вообще очень редко такую обувь нахожу. Вот у меня 44 размер. Вы посмотрите, насколько меньше моя нога. Хотя у меня тоже большой размер считается. Ребят, вот еще обувь какая. Тоже, наверное, 49-го. Тимберленды, ребят. Они целые, там пятка не порвана. Какой размер-то, где написано? Ну, наверное, такой же. Да, тоже 49-й. Ребят, Тимберленды. Такую обувь дорогую в больших размерах покупают очень дорого. И она кожаная, вот чувствуется кожа. Ребят, неплохо так помоечка обула. Посмотрите, я в шоке. Вот еще, смотрите, тоже целые. 47-й размер, ребят. Короче, три пары обуви. Даже вот есть новые утепленные стельки. Это все мы одним лотом, короче, продадим. Если у вас, пацаны, есть 49-й размер ноги, то вы... молодцы. И пишите в группу, в мою, в Штребухшоп, если хотите эту обувь купить. Все три пары. О, конкуренты. О, что тут интересного? Игрушки? Ух ты! Это для моей племянницы. Ой, ребят, игрушка детская, битая, новогодняя. Вот это коллекционные вообще, наверное. Короче, я полез. Топовая помоечка, игровая. Вот сюда буду складывать игрушки. Ух ты, нифига себе, какие картины. О, вот еще игрушка вот такая. Обалдеть, тут их много реально. Сейчас я тут понавыбираю. Смотрите, какая сова. Вот, смотрите, какие танки. Ну, в общем, вот, сколько мне игрушек удалось собрать. И вот такие две куколки. Вобла. Это тараночка. У ребятки помоечка дарит закуску к пиву. Но я пиво не люблю, она дико воняет, поэтому брать не буду. Ребят, там стекла, я чуть стеклом порезался. Поэтому помоечке это опасно. О, игрушечная елка. Это шар, ребят, для лампочки какой-то непонятный, запечатанный. Или это игрушка, я подумал. Вот на 10 ватт можно лампочку вставлять. Это для какого-то светильника. Обалдеть. Тут их много, вот еще такой шар. Вот давайте его и осмотрим. Куда его прикручивать, зачем? Вот еще один шар. Кто знает, для чего это, напишите в комментариях. Вот, смотрите, я патрон нашел. Давайте попробуем вкрутить. Не, ну оно сюда не вкручивается. Это только если на изоленту приматывать. Вот теперь все понятно, ребят. Вот. Вот это комплект, это патроны для вот этих штук. Это светильники новые с вот этими патронами. Помойка дарит освещение. Забираю, раз.
Еще один комплект. Два. Латунь дам. Дадим латунь вам в обмен на вот это. Ребят, ну деловые отношения на помоечках. Там есть комплект. О, вот смотрите, ребят, лампочки новые, что ли? Новые лампочки, ребят, вот в коробке, обалдеть. Ребят, тут целая помойка этих лампочек новых. Ребят, их походу тут до хрена. Вот еще две. Вот еще этот светильник. О, игрушки, цепь рэперская, ребят, вот это надо мне. Вот, смотрите, какие игрушки классные. Обалдеть, сколько вешалок новых. Они новые. Обалдеть, вот лампочки. Вот еще лампы. Вот и лампочный клад. О, ребят, кому-то лобок подстригали. Вы посмотрите, насколько сильно забит мопед. Он довольно-таки вместительный. Опа. Помоечка обувает. Но, к сожалению, обувает в обувь с Алиэкспресса. Но, в принципе, у них состояние хорошее. И забрать на барахолку можно. Там рублей за 200, за 150 их купят. Ребят, на улице очень сильный ветер. Меня просто вздувает. И на улице жестко похолодало. Мы нашли сейчас алюминий, ребятушечки. Но это... Нет, не алюминий. Это, да, это просто нержавейка, короче. Такой у нас не купят, а металл мы такой не берем. ИРП? Очередной ИРП. Слушай, я жрать хочу, давай похаваем. Димасик, Димасик. Обалдеть. Да вкусняшки тебя делают. Вкусняшки! Да, я посмотрю вкусняшки. Пюре из яблок, рускон. Сыр плавленый, консервированный, стерилизованный. О, шпик соленый, консервированный. О, пока я тут еду осматриваю, Дима уже вовсю помоечку лутает. Редмонд, ребят, вот такая мультиварочка. Что там, даже чаши нет в комплекте. Хер ее кто купит, мы такое брать даже не будем. Оставим нуждающимся. Вот это, ребятки, гораздо интереснее, чем вот это, потому что тут есть чем поживиться. И давайте посмотрим срок годности, дата изготовления, смотрите на упаковке. Ага, на какой упаковке? Тут нету, как бы, упаковки, тут ничего не написано на ней. Короче, хрен его знает, ребят, что тут по сроку годности. Годен в течение 2 лет. А дата изготовления какая? Ой, 18-й год, это значит 19-20, это все просроченное. В 20-м году все это просрочилось. Ну, не знаю, я такое рисковать что-то не хочу. В общем, ребятки, мы это все оставляем, а забираем себе только все самое вкусненькое. Допустим, кофеек, вот чаек. Это, в принципе, не просрочилось. Вот. А вот это вот, жевательные резиночки 10 дрожжей. А все остальное, это невкусное. Да повидло, блядь, повидло. Похуй мне на это повидло. Оставляем это бомжам. А вот это, ребятки, деду надо. Так. Опа. Сразу. Сразу находка. Неплохой рюкзак. Так, а ну-ка, он целый, нет? Вот Дима говорит, у него там вынос с хаты. Сейчас я еще к нему пойду смотреть. Ну, неплохой рюкзачок, ребят, на самом деле. От бренда Crop. Целенький, тверденький. Че у тебя? Сейчас полезут гаджеты, телефоны. Гаджеты, телефоны. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ноутбук. Тошиба. Это и портативные DVD. Вот зарядка. Такой продать можно нормально. Продастся, продастся. AirPods. О, нет, не AirPods, это беспроводные. А вот еще Sennheiser проводные. Насладиться хочешь? Я тоже хочу насладиться. Давай вместе тогда наслаждаться. Компас, ребят, смотрите, какой новый. Powerbank. Это съемный. Розовый, 18650 там, да. Платок, транзисторы, КТ-315. Ага. КТ-300, вот тут канифоль. Олово. Для пайки. У меня, кстати, закончилось канифоль, так. Олово, тут все для пайки, мини-ножичек от еще. От пневматического пистолета Аникс магазин. Коп пневматического. Это от Аникса, я тебе отвечаю, слово пацанам, вот. Я такой был. Это от игрушечного в детстве. Нет, у меня были чё, такие. Нет, это под 4,5, это от Аникса. Любые аэрганеры сразу узнают этот механизм Аникса. От Мамикса? Аникс. Пистолет есть такой, Аникс. Не, я только Мамикса знаю.
Это Атаник. Смотрите, ребят, какой лучше вот ножичек. Юра, вот смотрите, Switch оригинальный. Смотрите, вот тут написано мелким, там все видно. О, Викторинокс оригинальный. Это оригинальный ножичек Switch. Это Викторинокс, а не Switch. Какой Викторинесы? Короче, деду вот это я на брелок повешу, буду пользоваться. Ребят, пока он тут про Викторинесы мне рассказывает, у него тоже Викторины тут. Смотрите, какие AirPods шляпные с Алиэкспресса SmartBuy. Еще Powerbank. Вот это мы куш, конечно, урвали. Вот резинки для денег, которых нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же этот скотч. Вот эта рулеточка. Смотрите, с собой носить, писюн мерить. Вот еще магнитов много, шариков. Там всякие брелочки. Вот это да, вот это интересно. Смотрите, колесо. Это от Мерседеса. ЛМЗ, да. Ситилебеилебе. А вот это, о, можно мне официанта? Официанта на помойку мне. Официанта. Разорвали. Универсалочка, ребятки, зарядочка. Вот это деду надо для проверки смартфонов с помоечки. Ребят, тут всякие значки есть. Вот, смотрите, Play to Win, Play to One. Это игры для геймеров. Так, это вот шестигранник для деда. Вот это тоже, да. О, Дима, Дима! Флешка, и вот тебе тоже ножичек. Это второй уже. Каждому по ножичку, ребятки. Вот смотрите, какой он классный. Отличие. На, покажи, они одинаковые. Они одинаковые. Забирай, они одинаковые. А что это за флешка, да это флешка какая-то, она с кнопкой от айфона. Тут есть Touch ID. Вот, видите, ребят, с кнопкой от айфона. С Touch ID флешка. Есть такие штуки. Подольские товары для художников. Мелки какие-то. Вот это тоже деду надо, это я рисовать буду учиться. Вот переходник для беспроводной мышки. Ну, это шляпа. Тут еще есть передатчик, но это вот переходник, этот мне не надо. Хотя, на самом деле, надо. Заберу. Что нашел? Это такая лопата есть складная. Кладменская лопата? Это не дешевая лопата. Это лопата на случай зомби-апокалипсиса. Смотрите, здесь рубцы. Ее можно, ну, складывать, раскладывать. И вот, вооружаться ею. И, короче, ну, отбиваться от зомбарей. Ну, вообще, в целом, топовая тема, реально. Я первый раз вижу такую лопату, короче. Это что-то топовое. Вот еще, она еще и в чехле. Expedition. Чувак, это же бренд топовый. Че там? О май! Лезь-то, давай уже сюда лезь. Вот еще ж продолжение. Вот. Тут продолжение банкета, ребят. У нас тут просто реально пир. Вот смотрите, какая подсветочка. Это ж подсветочка для этого, для ноутбука. Вот такой шар, вот это вот. Это шар, вот. Как он там? Опа, кастамп какой-то, дай. Кого дай ей там это? О, это эти печати. Ребят, со стикерами. Кастамп, это кэтстамп. Вот, а витамины. Аскорбиновая кислота. Вот это новое, ребят, чистая линия. 5 сил отрав, Алтай. Ялда. Ой, алюминиевый радиатор. Я в шоке, ребят. Сегодня у нас просто пир. Вот еще крем новый какой-то. Вот дневной фотокрем. 3 крема уже, смотрите. 3. Чуть салфеточек. Это жопу вытирать пойдет. Вот это вот что такое? Для чего это? Я не знаю, но заберу, потом узнаю. Вот скотча чуть-чуть. Это деду надо. Ножнички тоже мне не надо. Вот еще вот это что-то. Что это? Это для телефона, что ли, какая-то подставка? Да, ребят, да! Ребята, да! Тут, наверное, прокладка. Ну да, как обычно, вот новая женская. Вот смотрите, тампончики новые. Затычные. Вот эта помада, смотрите, с блестками. А там внутри помады даже какой-то цветочек. Вот конфетки. Это мне на пососать. Ой, духи. Ребята, Avon Alpha for Bean. Ребят, смотрите, а бутылка-то какая красивая. Вот это дорогая, ребят, топовая расческа. Даже бонусом идут волосы. Это классная расческа, это танксглер этот. Вот что это такое. Это, смотрите, вот так прорезать бумагу, и будет вот такой вот рисунок. Ребята, 3D очки.
3D очки. Еще. Еще. Ребята. А что мне с ними делать-то? У меня нет этих 3D телевизоров. Вот, вот это вот топовые наушники Sennheiser вакуумные. Бонусом, как обычно, волосы идут. Это классика. О, ребятки, вот тут что-то есть. Это же кисточки. Это я буду материнские платы очищать от пыли. Сколько тут всего нужного. Вот этот как его, циркуль. Кремниевая. Маркер целый, ну кайф. О, ребятки, помоечка-то кормит, да. Флешка. MicroSD USB 2.0. А, это адаптер. Крема всякие. О, ребятки. Ребят, сколько звездочек. Смотрите, это же вот эти пахучие звездочки. Ребят, еще вакуумные. Ребят, еще Sennheiser'ы. CX200 модель. Вот звездочки. Еще звездочка. О, резинки. The World of Drum and Bass. Ребят, Drum and Bass. Еще звездочки. Ей. Ой, это флешки. А, не, это подсветка. Ребят, USB подсветка, походу, в виде флешки. Но здесь вот 3 диода. Ребят, сколько мелочей, но они такие приятные. Это что такое? Витамин Бальпин. А, это раскладная ручка. Вы видели такое хоть раз? Я вот первый раз вижу. О, это ж для экшн-камеры за это. Затычками не надо. Короче, я лезу в этот бак, потому что я там твиксы заметил. Вон он, твиксы, там и мельквеи. Вот они, смотрите, вот. Твиксики и мультивеи. Это дед покушает сейчас. Мелькивея, твикс, вот это. С сахаром, вот это. Вот это, ребят, это советский еще конструктор вот такой. Но это не оригинальный вроде, да. Вот тут что это? Акваоптик. Это вот эти для линз, короче, оптические волокна. Вот, пшикать можно, тут поливать всю помойку, обезжиривать. Да куда полез, куда полез? Руки! Ребят, это вот второй блокнот. В бокс. Это в сюрприз-бокс, ребятки. Заказывайте. Вы знаете, куда писать. Мою группу ВК. Forza Horizon 3. Ребят, ключи от игр. Ребятки, ключи от игр. Короче, братва, прямо сейчас я среди вас разыграю ключи от игр. Первый ключ будет от Майнкрафта, второй от Sea of Heroes, третий от Forza Horizon. И третий Xbox Gaming Спас. Короче, вот какой-то ключ, можете его сканировать. Вот это вот от этой игры ключ. Вот он, можете сканировать. Кто первый заберет, того и лицензия будет. Вот Forza Horizon, тоже сканируйте, ребятки. Ну и для моих школотрончиков Майнкрафт сканируйте. Так, а это что? Pixel Touch 2. Это настольные карты. Смотрите, какие. Карта второго игрока. Pixel Tactics. Охренеть. Я вот эту, короче, пиксели таксисы забираю. Я это, короче, в сюрприз-бокс положу. Ребят, вот такая игра. Я даже не знаю, сколько она стоит. Но я ее положу в сюрприз-бокс. О, калькулятор. Так, CCC. Рабочий. Не, не все кнопки работают. О, стикеры. Ребята, стикеры! Ой-ой-ой. Стикер-паки! Зацените, поехали, дотянись до звезды. Пионерс, я люблю космос. А вот еще вот такой есть стикер. Исследуй неизведанное. Это вот про меня, я люблю исследовать помоечки. Вот. Там столько всего неизведанного. Ого, сколько тут мебели. Смотрите, вот, топовая тумба. Не трогать, не трогать. Пожалуйста, не трогать. Кто-то хочет забрать ее. Обалдеть, она так-то топовая. Это для кухни. Везде пишут не трогать. Почему не трогать? Завтра в 2 обед заберем. Не трогать. Кто-то хочет забрать это все. Не трогать. Так если это на помойке лежит, как это его не трогать, ребят, как? Что там? А? А что это было такое? Как что? Я забрал. Ой, стой. Все, хорошо. Шутки. Ой, шутить. Это... Нифига себе. Ой, они вот красивые. Стоп, там кое-что есть. Что там есть? Опа.
Ой-ой-ой. Ребят, это бренд Романсон. Часы женские. Ребят, Романсон. Видно оригинал. Они могут дорого стоить. Они очень, возможно, очень дорогие. Смотрите, ребятки, элегантные женские часики Романсон. Вот такие, ребят, они очень красивые. Я думаю, такие часики от бренда Романсон. Модель называется Giselle. То есть, я думаю, они 1500 стоят, если не больше. А что это такое, ребят? Это что такое? Это как вообще? Это вот так, кажись. Что за бред, ребят? Это дизель, прикинь, это дизель. Фирма дорогая очень, они кожаные по-любому. 44-й размер мой, кстати. Ребят, дизель, но посмотрите, ну нахера такую обувь делать? Это типа, ты их обуваешь, отстегиваешь и делаешь из них что, блять? Сланцы? Ребят, я такого не понимаю. Вот это, ну, это стиль, походу, да, это круто, да. Для кормушки, ребят, можно по помоечкам в них гонять мне потом. Подобная обувь стоит в магазине в районе 10-15 или там 25 тысяч рублей. Вот у этого дизеля, допустим, уже все. Бучок потик. Стой! Ты чё, чувак? Ребят, посмотрите, какая огромная. Это для фотосессий. Знаете, там бабы в них фоткаются на фотосессиях. Вот эти типичные фотографии. Ну, вот такое, по-моему, пофоткаются и выкидывают. Но деду это не надо. Я раньше был фотографом, сейчас уже я не фотограф. Теперь меня помойка кормит. Ребятки, я тут на этой помоечке уже давно не был. Посмотрим ли, помнит она меня или нет. Это что? Ух ты, прикольная тема. Это вот на магните цепляется к чему-то. А здесь еще два магнита. То есть магнитная вот такая доска маленькая для записей. Вот это заберем. Спасибо. Ребят, меня дети узнали. О, смотрите. Какой клад. Я нашел нам кое-что. И тебе, и мне. Это, ребятки, будет нам теперь помогать. Вот эти крылья, вот эти палки. Вот так вот будем пакеты доставать, чтобы бак не залазить. И у него теперь есть эта штука, и у меня. А у меня тут даже вот такая штучка вылазит. Шип. Его, как Егора, можно наточить. И петь песни Диор на помойке. Ребят, мы уже думали уезжать. И я смотрю, там компьютер стоит. Компьютер, корпус, тоже норм, ребят. Смотрите, даже с задними крышками. Вот такой, короче, корпус от компа. Но вот здесь нет заглушек, это плохо. Это, ребят, самая комфортабельная помойка на районе. Вот со, с такими ступенечками. Я очень люблю ее залутывать, эту кормилицу. Потому что, вот смотрите, не успел подняться, там сразу вот для ребенка переноска. О, но у меня дома такая уже есть, мне не надо. Ну а в целом, так-то, интересная тема. Это для машины чисто, для автомобиля. Ремни безопасности, вот вообще можно было бы забрать, отстирать. Такой, кстати, прям такой же у меня нету. Опа, а это что? Смотрите, какой целенький умывальник керамический. Ой, тут целый набор. Тут еще и есть вот такой унитазик. Кстати, он даже лучше, чем у меня сейчас в съемной квартире. Смотрите, какой набор. Видно, умывальник бэушный, а унитаз-то новый. Новый, никакой налета, никаких какашек. Нет тут ничего, ребятки. Вот это можно было за 1000 рублей спокойно продать. Ну куда мне его, блин, на скутер? Ну, мне развалится весь. Куда, места нет. Придется оставить. Ого, тут вынос, ребят, смотрите, игрушки. Это же Rolls-Royce. Rolls-Royce-то фантом, там еще звездное небо на потолке. Обалдеть, короче, видите, как я поднялся на помойках. Уже на Rolls-Royce Фантоме езжу. Королева. Вот королева какая-то носила. Видите? Королева — это состояние души. Ой-ой-ой-ой-ой. Дима, вот это я понимаю, почему она королева. Ребят, вот королева выкинула. А нет. Вот хочет она
кошек работы, построить коробку, открыть свой бренд, оперативно решать проблемы с организацией брендов. От двух это уредить, от дедить. Ой, чувак, у меня пауэрбанк, прикинь. Xiaomi Ariq. Ребят, оригиналь. Ой, Type-C, чувак. Это тебе я подгоню. Это тебе надо. Смотрите, со львом. 10 тысяч миллиампер часов. Видно сразу Ariq, тяжеленький. У меня просто был такой, поэтому я разбираюсь у ребятки. Ветер дует очень сильный, меня сдувает. Держи, Димон, вот эти подарок тебе от помойки. Да проживешь ты с ним нормально всю жизнь. Ой, ой, глечики тут. Смотрите, ребят, баночка. Это как будто баночка, знаете, под прах. Латунь, пилка по металлу, ребятушечки. Вот, смотрите, латуневый переходник. Ничок. Ребят, посмотрите, это как рука у чужого. Вспоминаете фильм «Чужой»? У него это, или фильм «Блейд». Ну так изо рта вот эта вот тема у него вылазила, у хищника вот этого. Да. И, ребят, знаете, что я думаю? Он к вам, хищник-то этот, придет из-под кровати-то вылезет. Вы что, блин, не подписывайтесь на... Вы этот контент не заслужили, что ли? Он очень божественный, ребятки. И ваши друзья его заслужили. Вы посмотрите, сколько людей меня без подписки смотрят. Это очень мне вот это обидно из-за этого. Так что я уже шутки не шучу. Вот это вот придет к тем, кто не подпишется после просмотра вот этого видео. Что там? Ух ты, нифига себе, какой дом для моей кошки. А вот это, кстати, можно перевязать. Видите, ребятки, вот эта веревка, она порвана. Ее можно, короче, убрать и накрутить другую. А дом так-то топовый, но зарыганный, немного грязноватый. Не буду брать, оставлю. Да и куда мне его грузить-то, места у меня нету. Вот сразу, смотрите, Российская Федерация, ну, обрывки паспорта. Чего там, Димон? Ой, классику нашел. Так это же чайник, Марта. Вот это провод сразу выдирай. О, красавчик. Ребят, он так сделал, потому что эти чайники, утюги никто не покупает. Их только на металл. Ой, чулочечки. Дима, джекпот. Чулочечки по двадцаточке. О, какие-то баночки. Ребятки, баночки, это что, собачий корм? По 237 рублей продавали. Роял Канин Диабетик Специал. Для собак при диабете консервы. До 21.04. Про срок. Уличные собаки бы съели, но здесь на районе они не водятся, ребятки. Ребята, а это, походу, с этого же пакета выпало. Роял Канин Диабетик для кошек при диабете. 736 рублей была последняя цена, наверное, про срок. Обалдеть, ну это вот можно взять. Тоже до 4.21. Про срок, но, в принципе, такое купят. А это масло лосося для собак и кошек. Можно использовать для смазочки тросов, мопеда, велосипеда, потому что это масло лосося. Да это тоже, вот смотрите, омега для собак. Кто-то омегу вот эту погрыз, вот это можно взять омегу, запечатанная. Я на этой помоечке раньше очень сильно кормился сытно. Но сейчас эта помоечка уже зашкварилась. И тут орудуют местные банды дворников и всех остальных ребятошек. Это же воздушный фильтр для скутера. Дим, для скутера пойдет? Нет, слишком большой. Да? А, большой? Ну да, а то я смотрю, он какой-то реально не маленький. О, а бывает помоечка. Дай посмотрю. Ariq вроде да. Видно, да, кстати, Ariq 39. Внимание, опломбировано. Продадим, короче, их. 39 размер, смотрятся неплохо. Ну, помоечка, ну, как обычно, одевает, ребятки, так нормально. Помоечка одевает, ребятушечки женские. Вот эти вот сарафаны. Ну, это даже непонятно, что за бренд. О, ценнейший товар по двадцаточке. Димончик. Кэшбэки залетают. Ребят, вот... Ух, yes, вот это бейби. Дождь пошел. Телефон звонит. А у меня тут такая находка. Я вообще
обалденная, да. А айпадик так-то неплохой, но жаль, что старый. Коцанный и экран битый. Но продать можно будет 1000 за 2. Это если в нем нет iCloud, если в нем iCloud, пароль. Так, пробую включить. Ну, ништяк, он еще и работает. Сейчас проверим, есть тут iCloud, нет. Я, ребят, на самом деле не особо удивляюсь, потому что, ну, находить iPad и iPhone в помоечке, тем более старые, ну, это уже классика. Тут меня не удивить. Но меня можно удивить будет, если здесь нет iCloud. Потому что вот, и когда нет iCloud, это реально редкость. Короче, пусть включается. Что тут за вещи? Может, тут еще пару айфонов? Короче, ребят, приду в гараж, проверю, покажу вам, работает, нет. Ну, то есть iCloud будет, не будет. Ну а так, в принципе, помоечка чуть-чуть удивила, да. Чуть-чуть. Модель iPad A1475. О, смотрите, что еще здесь было. Контур. Флешка какая-то. Смотрите, тут чип. Что это? Рутокен называется. Что это такое? Это может вот это убийца, флешка-убийца. Скажи. Дима, это флешка-убийца. Это когда в компьютер вставляешь, она может компьютер убить. Нет. Флешка, грубо говоря, для подключения к данным, как пароль стыкается, контур. Флешка-ключ? Да. Ей-ей-ей-ей. О, хлебцы. Ребята, целый пакет, наверное, это кокаинес. Будешь, Дим, хочешь попробовать? Нет. Правильно, не надо такое пробовать. Ой, блин, я очень сильно попал под дождь. Дима уехал от меня в гараж.